Вот так выглядит упаковка от краски, которой я сейчас буду краситься. Краска от L'Oréal. Название Prodigy. Тон 6. Дуб темнорусый. Вот что находится в составе этой краски. Проявляющая эмульсия. Крем красящий с микропигментами. И ухаживающий кондиционер, который наносится на волосы сразу после окрашивания. Производитель на упаковке указал, что краска изготовлена по специальной технологии с микромаслами, не содержит в своем составе аммиака. Но если взглянуть на обратную сторону упаковки, где более подробный состав, мы видим, да, действительно, краска не содержит в своем составе аммиака, но она содержит в своем составе перекись водорода. Вот как мои волосы выглядят перед окрашиванием. Я специально их не мыла, чтобы не повредить. А вот и результат после окрашивания. Следует отметить, что волосы после окрашивания совершенно не упадали, как у меня бывает после некоторых других красок от волос. Кожа головы при окрашивании лишь слегка пощипывала, но это лишь, можно сказать, приятные ощущения были. В целом краска очень хорошая. Я уже ей пользовалась несколько раз.